Я не ожидал, да. Классно играешь? Хорошо играешь? Мне тоже нравится. Молодец, ну, ты заслуженно получаешь, конечно, свои рокерские очки. Только не отдавай палочки, ладно, а то он вдруг еще чего-нибудь с ними сделает, не то. Мне же играть нужно. Итак, так, держи, вот тебе очки, вот тебе очки. Хорошо, ты тоже у нас будешь в рок-группе. Так, а еще у нас не хватает... О, пойдем. Ну, дурак, ты что? Ты что, без контрабаса? Так какая рок-группа? Так, выходи. Поддержите аплодисментами. Ань, ну пойдем. Пойдем, Варя. Варя, пойдем. Смотри, тут вся прям просто вся группа собралась. Держи, во-первых, тебе очки. А во-вторых, контрабас. Контрабас без него никуда. Значит, смотри. Одной ногой встаешь на контрабас. Вот, смотри на меня. Не видно ничего этого, да? Так. Нет, давай другой, другой. Вот на другой вставай. И вот левой рукой держи. А этой будешь играть. Повыше. И сыграй нам что-нибудь. Это струну у тебя. Сыграй нам что-нибудь на контрабасе. Давай, с басой. Вот это серьезно. Так. Ну нет, ну все, все, перестань. Я не могу так долго слушать этот класс. Ты что, забыл, на чем играешь? Понятно. Нет? Все, поворачиваемся. Поворачиваемся к зрителям. Рок-группа готова. А ты у нас на подтанцовке, да? На подтанцовке будешь танцевать. Итак. Слушайте, вот мы, конечно, отрепетировали, все приготовили. Сейчас вот гитара где. Будем петь и плясать, и играть, но мы забыли название группы придумать. Помогите нам, пожалуйста. Кубики! 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 Почему, Алексей, вы говорите кубики? Вы просто... Ладно, я понял. Конечно же, все поняли. Итак, дамы и господа, встречайте, рок-группа Кубики! Не расслабляйтесь, оставайтесь на своих местах.